Итак, друзья, всем привет! Сегодня я начинаю новую работу. И сегодня у меня будет в работе вот такой ламинат. Здесь центральный слой ванадис 23, а обкладка из нержавейки 95Х18. Сделал сатинчик в этот раз на 600 грит. Смотрится, мне нравится. В общем, такой как бы резачок. Для тех, кто не знал, как бы ванадис 23 это быстрорез. Он подвержен коррозии, то есть он петингует. Ну, грубо говоря, по-русски это ржавеющая сталь. Поэтому ее заключают в ламинат через никель. И открыта только нижняя часть, вот эта темненькая. Режущая часть, так что основное тело будет полностью все закрыто, все по центрику. Вот. Рукоять будет вот такой кап ореха. Деревяшка не стабилизирована, это простой брусок кап ореха, потому что мы сегодня будем делать сечку серебра, то есть вот такая серебряная проволока. Здесь диаметр 0,8 мм. Мы ее будем раскатывать в ювелирных вальцах. Весь процесс буду показывать, как всегда, частями, чтобы не так много, а то и так, в принципе, набирается достаточно длинное видео. Значит, вот такой рисуночек будет для всечки, но без дерева. Вот здесь я другой элементик вставлю. А может быть и не буду вставлять, кстати говоря. Но вот эту центральную часть я хочу заменить. То есть розу ветров с какими-то тут, как объяснить, эти типа иероглифов. Да, я, честно сказать, я не знаю, что они означают. Я поставлю кое-что другое. В итоге сейчас запаковываем. А, кстати говоря, бальстерочек будет у нас вот такой из низельбера. Он у меня был в остатках. И немножко не хватало размера. Вот видите, нижняя часть. Немножко другого оттенка. Между ними там полосочка темненькая. Так вот, эта нижняя часть, это мокумегана. А все остальное, она спаяна через серебряный припой. Вот такие стержни. Это серебряный припой. Я уже спаял, чтобы опять не мучить вас лишним процессом. Вот. Сейчас буду делать бойстер. Давайте начнем. Итак, друзья, я хочу поблагодарить всех тех, кто на меня в прошлом видео подписался, комментировал работу. Я напоминаю, речь идет о ноже Винтер. Я не ожидал на самом деле такого как бы ажиотажа. Я просил для того, чтобы это видео YouTube уводил в топ, подписаться, сделать комментарий, поставить лайк. Благодарю всех тех, кто это сделал, потому что видео залетело достаточно хорошо. Единственное, как бы, с моей стороны просьба сделать и в этом же видео точно так же, потому что, ну, единственная благодарность, которую вы можете сделать, если вам понравилось это видео или нравятся мои работы, это сделать вот этот маленький шаг, это поставить лайк, поставить какой-то комментарий, оставить и подписаться. За это вам огромное спасибо. Это не монетизация, это просто для того, чтобы мое видео увидело больше людей. И мою работу, мои труды. Целый месяц я работал над этой работой. Тавтология, трудился над этой работой. Вот. Так что, ребят, еще раз, все, кто поставил лайк, все, кто прокомментировал, огромное вам спасибо. Приятного просмотра.
Итак, бастерочек я подогнал. Но я решил сделать здесь не заполированную поверхность, а буду делать матовкой. Фактуровку делать буду. Чуть попозже покажу. Затем основная рукоятка у нас должна быть все-таки непосредственно из одного цельного куска, так чтобы сечка нормально объемная получилась. Но совсем без проставочек как-то мне скучновато. Хотелось бы добавить чего-то, чтобы смотрелось хорошо. Поэтому я, значит, сюда добавлю здесь две проставочки толщиной всего лишь 2 мм. Из клыка моржа буду нарезать. А средняя темненькая, это будет рог буйвола. Тоже сейчас буду отрезать, подгонять всего лишь по 2 мм. И так как у нас основная рукоять будет со всечкой серебра, да, ну, грубо говоря, там как нержавеечка блестеть будет. А между ними тоже по тоненькой проставочке из нейзельбера сделаю для того, чтобы, ну, немножко как бы гармонировало. Плюс между ними я постараюсь немножко скруглить. Может быть, это будет проточка, может быть, просто внутреннюю часть нейзельбера по периметру на гриндере стачу. Посмотрим. Такой бутербродик я собрал. Получился 9,6. В принципе, немного. Я много не хотел, потому что еще сам бойстер такой, как бы, ну, около 8 миллиметров. Поставлю всего лишь две проставки из нейзельбера и сделаю по ним проточку. Вот такие блинчики получились. Достаточно тоненькие, их достаточно тяжело было сделать. В принципе, ну, браться не за что. Пальцы подсточены немножко. Один запорол, вытяжкой затянуло, и центрифуга его размолотила. Пришлось отрезать, еще один делать. Вот такой, как бы, геморрой я себе нашел. Если кто из мастеров смотрит, стали бы такое делать, заморачиваться с таким. Это у нас рог буйвола, а эти два практически по толщине как чипсы, клык моржа. В общем, сейчас буду все подгонять, осаживать. И он обязательно будет на стяжечку. На стяжечку будем делать, чтобы было все крепко, надежно. Так, ну, работа уже собрана, посажена на стяжечку, но пока на сухую. Сейчас все это дело стянул, собрал все эти элементы, чтобы они не болтались. Достаточно сложно они мне дались.
Один даже сломал. Ну, сломал это я специально, как бы на самом деле он достаточно твердый. Вот 2 миллиметра толщина. Достаточно сложно, потому что вот, когда его обрабатывал, вот здесь образовалась впадинка. Потому что я не знаю, каким образом я ее выбрал. Вот здесь ровно. А вот здесь есть. В общем, пришлось как бы перешлифовывать. Ну, заново вырезать, как бы два элемента. Вручную все это дело выводить. Все пальчики как бы немножко подточил, так как толщина маленькая. А сейчас будем придавать форму. Так, рукоять я подготовил. И здесь две проточки сделал. Все пока на грубую. Сейчас будем заниматься всечкой. Таким образом я подготовил рисунок. Сейчас я его буду наклеивать. Но перед тем, как наклеить, надо будет подготовить саму проволоку. Решил сейчас заняться не всечкой, а сделать, значит, вот этот элемент натыльничек для того, чтобы у нас одевался шнурочек. Я уже элементик такой вот вырезал. Нужно будет немножко подогнать все это дело, радиус подогнать, так как это не прямая поверхность. Засверлиться, вставить, запаять, просверлить отверстие. Сейчас будем над этим работать.
Ну, друзья, готова эта головка. Осталось только сделать фактуровку. Ну, фактуровку буду делать немножко позже. Самое главное, подошел радиус. Сейчас я его воткну. Четенько. Вот так. С учетом того, что эта поверхность все-таки радиусная, немножко полукруглая. Все идеально. Но получилось не с первого раза припаять, потому что здесь засверлено достаточно глубоко, практически на до верхней части вот этой головки засверлено. Вот, вот этот элемент, я не знаю, это, ну, по виду это латунь, но может быть она с какими-то добавками. Короче говоря, слишком она, так-то она твердая, но при нагревании достаточно мягкая, и воткнуть, спаять проблематично. Немножко, друзья, процесса фактуровки. Тыльничек я уже сделал. Таким образом будет у нас он насаживаться. И вот, вот этот элементик, его нужно тоже, соответственно, фактуровку сделать на нем. И покажу, как она делается. Таким образом мы забиваем всю вот эту бабышку, пупышку. Так, ну, друзья, значит, сам рисуночек я уже наклеил, подготовил. Буду, значит, в свечку делать вот такими резцами. Один пошире, второй поменьше, ну и третий совсем микроскопический. Тут уже важна не спешка, а потихонечку. Так, как так, чтобы вам видно было. Мы берем и потихоньку все это дело обкалываем. Для того, чтобы нам перенести этот рисунок, нам нужно на рукоять, соответственно, нам нужно пройти, обколоть весь рисунок, чтобы он перенесся непосредственно на ручку, на дерево.
таким образом. Сейчас я немножко поработаю, покажу результат. Показать так, чтобы света побольше было.
Итак, друзья, в сечку я уже начал. Я вам немножко даже уже показал процесса, но не рассказал. Во-первых, я уже раскатал проволоку изначально на диаметр 0,8. Сейчас она 0,20. И в ширину 1,34. Упала. Ну, в общем, поверьте на слово. То есть практически в больше миллиметра она входит непосредственно. Я ее вбиваю. И она, ну, чуть-чуть торчит, да, потом немножко уже как бы подровняем. Вот. Для того, чтобы делать сечку, нужен соответствующий инструмент. Вот такие резцы. Вот этот порядка, наверное, лампа отключилась, 2 и 3, это самый широкий, а самый ходовой и рабочий 1,45, и самый мелкий, блин, я его даже вот так замерять буду, это 0,75. Самый маленький, это как раз на изгибах, на поворотах прохожу я и им. Ну, в данном случае тут и изгибы, и вот зубы будут маленькие. О, блин, сейчас посмотрю, что с лампочкой. Блин, лампочка сдохла, та, которая сверху висит. Немножко потемнее стало. Вот. Соответственно, такие кусачки ювелирные. Для того, чтобы кусать проволоку. Переделал я вот такие круглогубцы. Были они когда-то вот такие, стали более маленькие, изящные такие. Потому что это просто в строительном магазине покупал. Все, что касаемо связано с ювелиркой, оно безумно дорого стоит в ювелирном магазине. Поэтому те же самые плоскогубчики, которые, я не знаю, там рублей 150-250 стоят там, в строительном магазине, да, они будут там стоить, там, наверное, 1500, а то и 2500. Все очень дорого. И то, что если можно заменить, я как бы заменяю. Так. Ну, это вроде бы основной инструмент. Шрапугель, с которым я работаю. Вот такой шарик. Он капец какой тяжелый. Килограмм, наверное, 10-12 весит. И вот такой молоточек. А для вбивания в сечки я его сделал сам. Из латуни. Из такого бруска вырезал. Он должен быть именно из латуни, потому что металлические молоточки, они не подходят, они будут эту проволочку просто-напросто загибать. А латунька немножко гасит этот удар, да, и при этом он ее вбивает. Ну, как-то так. Сейчас вам немножко покажу процесса. Ну, тут я элементики такие небольшие уже подготовил. Ну, дай бог, миллиметра по полтора, наверное. Поэтому подставить не могу. Просто беру вот так на глазок. Откусываю. Вот бездюшка такая маленькая, блин. Пытаемся ее вот так взять. Проверяем. Фигово. Фигово в плане... Она крупновата, большевата. Блин. Ее надо немножко поменьше сделать. Блин, видно, не видно. Я еще пытаюсь, конечно, не с той стороны хотел обрезать. Все это очень мелко, конечно, очень долго и очень неудобно. Просто я хотел для вас немножко процесса показать. Отрезал. Не знаю, видно будет, не видно. Вот малюкуська. Ее нужно взять.
и насадить. Наверное, проще, блин, другую вырезать. Надо еще немножко меньше промахнуться. Так, надо еще меньше. Так, ну надеюсь, с третьей попытки у меня получится. Ура! Вот так. Фу. Так, ну с другими будет, наверное, попроще. Глаз уже немножко наметанный. Сразу подошла. Блин, улетело. Все вот эти маленькие детальки, они, конечно, занимают основное время. Все остальное попроще, хотя тоже как бы детализация достаточно большая. Блин. Так, ну я вас мучить не буду, в принципе. Сейчас я мелочи ставлю, на чем-нибудь крупном покажу процесс.
Итак, друзья, сейчас приступил к врезке листиков. Вот эту вчера часть я залил уже цианакрилатом. Вот сегодня занимаюсь непосредственно деревом и листиками. Сейчас я в процессе один листик покажу, как я делаю. И заодно немножко расскажу. Изначально я решил попробовать сделать листик из одной проволочки. Вроде бы один даже получился, но последующие два мне не понравились. Переделывать их, естественно, я не стал. И в итоге я вот этот листик разбил на две части. Ну, тычиночку я не считаю за часть. То есть я, получается, сам листик делаю из двух половинок. Обязательно берем проволочку. Так. И запиливаем ее. Причем это практически идет во всех элементах для того, чтобы примыкание было достаточно как бы красивым. Берем, втыкаем. Просто у меня уже рука набита, а так геморрой еще тот. Подставляем, скругляем. Разрезаем. Вроде бы хорошо. Так. И точно таким же образом прорезаем вторую часть. Вот здесь я запилил, зачистил. Такой получается конус остренький. Ну не конус, да. Кстати говоря, ну, получается, как бы, да, цвет рукоятки коричневый. Цвет дерева я оставлю в цвет рукояти, ствол. А вот эти все элементы я еще буду из внутрянки выбирать и делать их зелеными. Так, повторяем. Так, сейчас из кадра выйдем, блин. Так, ну а тут уже на глазок срезаем. И подгоняем
Вот я, кстати говоря, еще большой листик взял для показа. А тут еще намного меньше есть. Зачастую проблема заключается в том, что, блин, вот милипуськи вот эти в руками взять очень сложно. Они маленькие. Ну, подошло шикарно. Вот этот элементик мы сейчас с вами сделали. Сейчас я обрежу. Попробуем подставить. Немножко подрезать надо. Блин, ускакала. Сейчас буду делать новую. Так бывает, отщелкнется и все. Так как маленькое все. Чувствую, я в этот раз очень много у ребят будет перемоток, потому что такая работа мелкая, кропотливая. Не все как бы выдержат. Так. В принципе, я без обидок. Кому-то нравится процесс посмотреть, а кому-то просто финал, готовая работа. Главное, чтобы сейчас не улетел опять. Так, твою дивизию.
Честно сказать, обычно проще вставляется. Что-то, ну вот бывает такие вот не хотят. Так, немножко криво пошло. Вот и все. Как-то так.
Итак, друзья, вот что мы на данном этапе имеем. Почему показываю таким образом? У меня заканчивалась проволока. То есть вот на этой рукоятке, на данный момент, вбито 3 метра 15 сантиметров серебряной проволоки. Я совершенно отрезал такие две заготовки по 60 сантиметров. Диаметр 0,8. Будем прокатывать до 0,2, 0,22. При этом она увеличивается при прокате, ну, на порядочно, почти вдвое. Поэтому это достаточно выгодно. Будем прокатывать все это дело на ювелирных вальцах. Так, ребят, раскатал я проволоку. Из 60 сантиметров у меня получился целый метр. Один я на прозапас. А с этим будем работать. Итак, друзья, сечка закончена. Но закончена только сечка серебра. Дальше еще будет обработка листиков. Листики будут зеленые, немножко надо будет с мордой поработать, добавить яркости, добавить цвета и сделать непосредственно фактуровку на самой рукояти. То есть как бы это еще не весь процесс. На всечку я потратил порядка 5,5 дней. Сама проволока это где-то, а я вам четко скажу, записывал 3 метра 15 сантиметров вот здесь вбито серебряной проволоки. В общем, сейчас все это дело надо будет зачистить.
Так, у нас сейчас процесс склейки. Рукоять я уже замотал. Ну, я чуть попозже покажу, там что получилось. В принципе, все окей. Сейчас все это дело надо будет обезжирить. Так. Все элементы по отдельности я заполировал уже, все подготовил. В общем, сейчас буду обезжиривать. Больстеры я приклеил. Мотовочкой прошелся. Удаляем все. Ватка немножко грязненькая становится. Чтоб у нас все склеилось хорошо. И даже фибру прохожу, обязательно обезжириваю. Все элементы, они уже зашкурены, металлические. Я имею в виду шероховатость. Обязательно нужно вот такую шероховатость создавать, чтобы схватывание было хорошее с поверхностью. Включаем моржика. Обязательно. Он по отдельности он смотрится как хорошо. Не знаю, к сожалению, тоненько не видно, но аж блестит. Как и рог тоже. Ну, рог вообще обожаю. Итак, друзья, закончил делать фактуровку, покрыл все это дело маслицем. Сейчас оно будет, пока будет пропитываться. С этой стороны тоже. Очень, кстати говоря, сочетается, в принципе, фактуровка на тыльнике, на больстере, на рукояти. Так, ладно, мы пока это все отложим в сторонку. Для того, чтобы у нас был все как бы в одном стиле и все сочеталось, нам нужно еще дополнительно сделать кобурной такой винт, чтобы он тоже был с фактуровкой. Ну, кто за мной следит, в принципе, знает, да, что я по большому счету вот этот элемент всегда делаю под, ну, либо да, преобладает в работе макуме, либо вот, как в данном случае, неизельбер. В общем, сейчас мы все это дело будем стачивать.
паять не зильбер и делать фактуровку, чтобы она все была в одном стиле, чтобы все было одинаково. Это у меня приспособы такие для того, чтобы можно было сделать, сточить и обработать. И есть у меня вот такой, такая крышечка. При работе с материалом, да, всегда получаются какие-то обрезки. А, вот, допустим, вот такие обрезки. Это у меня с плиоцена, с медальона. Средняя часть, она вырезается. Здесь вот макумешка. Здесь, кстати говоря, вот не зельбер. Всякие тут клыки мамонта. Ну, неважно. Все остальное нам сейчас уже не нужно. Нам нужен именно вот этот элемент. Сейчас мы из него вырежем и сделаем вот такие, только уже они будут беленькие. Ну, друзья, такая стяжечка получилась. Все зафактуровал, подготовил. А была изначально вот такая латунная. Вот внутренние все части, они латунные остались. Припаяна на серебряный припой ювелирный. Теперь будет смотреться все в едином стиле, одинаково. Итак, друзья, из разряда дурная голова рукам покой не дает. Или наоборот, все, что не делается, все к лучшему. В общем, сам ножик у нас практически готов. На больстве у нас фактуровка. Тыльник фактурован, здесь фактуровка. Винтик, как уже там показывал, да, он сфактурован. У нас остается только полукольцо. Оно не фактурованное. У меня полукольца только покупные. Соответственно, это не нержавейка. Это покрытие какое-то сверху. Не знаю, там гальваник или как он правильно называется. Вот. На нем делать фактуровку нельзя, потому что мы счищаем или наоборот забиваем верхний слой. И получается у нас фигня. Вот. Вот у меня есть 4-миллиметровый пруточек, экспериментальная как бы часть, да, чтобы сделать полукольцо. В общем, тут пришлось как бы голову поломать. У меня же оборудования нету. Практически все, что вот за меня за спиной, видите, да, это вот практически вот одна стена и другая стена там. У меня нет каких-то какого-то парка оборудования, чтобы можно сделать было, ну, там, легко и просто. Все, что я делаю, это достаточно трудоемкая работа по всем, связано как бы во всем с моей работой. В общем, мне нравятся вот такие полукольца у меня есть. Тут под латунь, под чернение. Вот. И вот я сделал сам полукольцо. Оно, в общем-то, идентично. Так вот, это полукольцо полностью сделано из нержавейки. Из вот такого пруточка. А из нержавейки сделать полукольцо и вообще все, ну, такое, да, аккуратное, достаточно трудное. Она тяжело гнется, тяжело обрабатывается, достаточно прочная, твердая. Ну, понятное дело, я с нагревом делал, даже палец себе поджарил, не без этого. В общем, я вам сейчас покажу, что получилось. И в итоге весь набор, весь комплект будет сделан с фактуровкой. То есть, ну, для меня это как бы, знаете, вот если бы я установил вот сейчас полукольцо без фактуровки, оно как-то как кошки по душе, да, шкрябают и вот неспокойно. В итоге сейчас будет вот так.
Итак, все подготовлено для того, чтобы можно было склеить и отформовать. Все элементы подготовлены. Тиснение сделал. Здесь сделал фактуровку. Ну, под рукоять. То, что там у нас есть тоже на рукоятке фактуровка. Казалось бы, все. Бери, формуй. И все, ништяк. Но мне не понравилось. Мне не понравилось, как оно получилось. Вот эта фактуровка очень трудоемкая, очень много времени требует. Но в данном случае я понимаю, что это не подойдет. Смотреться будет совсем не так. То есть вот это тиснение, оно... не подойдет. И формовать я не стал. Я вот этот элемент просто-напросто в следующий раз в другие ножны вставлю. То есть как бы без формовки оно подойдет. А вот это придется просто выкинуть. Ну и это тоже отложить в сторонку. И вот что я сейчас сделал. Показывать я его уже не стал. Потому что как бы, ну, настроения не было. Просто в фотографиях немножко так бы там запульну. Согласитесь, смотрится намного лучше. Во-первых, открытая рукоять, нижняя часть видна. Смотрится красиво. Единственное, здесь немножко пришлось, с этой стороны дерева веточку не пускать в эту сторону. Но, в принципе, это единственный минус. Будем расписывать. Я краску сейчас специально разбавил максимально посветлее, чтобы постепенно набирать цвет, тон, и соответственно как бы она будет поглубже проникать в саму кожу.
Ну вот, друзья, подошел к концу этот проект. Работа выглядит таким образом. Как угодно. Я считаю, что вот я сделал ножны скандинавского типа открытые. А это намного лучше, нежели был бы первый вариант. Во-первых, вот это как бы красивая вставка на рукояти, она здесь видна. Проставки из клыка моржа и рога буйвола тоже видны. Смотрится интересно. Тиснение здесь сделано, оно точно такое же, как и сечка на рукояти. Но только как бы открыт, ну, в развернутом виде, чтобы можно было полностью его видеть. Достается он легко. Немножко как бы упираемся как бы пальцем. Вот такой клиночек у нас. Напоминаю, здесь в центре ванадис 23. В обкладках из нержавейки. Я оставил прокатный, ну, типа кованина, да. След, как бы он так более брутально смотрится. Интересно, мне это нравится. Сама всечка, напоминаю, здесь 3 метра 15 сантиметров самой проволоки. Значит, я не показал момент, значит, как я делал саму заливку. Заливка делается блестками, обыкновенные блестки, заливается цианакрилатом, выбирается порядка, ну, чуть больше миллиметра. Для того, чтобы был типа объемный такой вид, типа 3D эффекта, потому что, ну, есть которые поглубже, как бы блески, да, есть которые поближе к поверхности, они как бы играют красиво. И цианакрилат, все это дело зашлифовывается, заполировывается. Тыльничек у нас из низельбера, вот этот элемент тоже из низельбера, значит, фактурированный бостер из низельбера. Конечно же, сама кнопочка у нас тоже вот этот кобурной винтик из низельбера с фактуровкой. Кольцо из нержавейки, сделана тоже фактуровочка. Все как бы в одном, чтобы как бы в одном комплексе красиво смотрелось. Что касаемо, значит, вот это все, это, конечно, просто как бы, блин, для красоты смотрится. Немножко она как бы жестковата, выгнуть, чтобы она вот так висела. Значит, навершие они сделаны из клыка моржа. Сама бусинка с кельтским орнаментом. Я думаю, как раз подойдет, подходит непосредственно как бы к рисунку. Это серебро, это чистое серебро с краешком и внутрянка позолота. Блин, для того, чтобы поинтереснее как-то смотрелось, я заключил его в такие, как бы, сам сделал бусинки небольшие. Ну, приблизительно миллиметра по 4.
это рог буйвола. На самом деле, опять же, я хотел нечто подобное сделать, но, в общем, смотрите, да, у нас проставка. Посередине идет рог буйвола и заключен непосредственно в клык моржа. И здесь тоже получается как бы такое же сочетание. У нас здесь есть и клык моржа, и рог буйвола. Смотрится как бы на самом деле достаточно интересно. Значит, по... Меня в прошлый раз просили, значит, рассказывать про размеры. Размеры самого ножа здесь 121, ну, то есть как бы, да, 12 сантиметров, 1 миллиметр, 30, и толщина там в районе 4 миллиметров. В прошлый раз я говорил, что я делаю на самом деле красивые ножи, да, дорогие, но при этом они рабочие. Это полностью рабочий нож. Меня сейчас закидают, блин, там всякими фразами, типа, блин, рабочий нож должен резать и все такое и прочее. Рабочий нож, в моем понимании, это нож, который, блин, не развалится при работе. Да, это на самом деле, ну, наверное, будет одна из самых моих дорогих работ, сопоставимо с лозой. Если как бы там немножко отмотать, по моим работам можно будет увидеть. По времени наделалось не меньше. То есть время заняло... Ух! Но все осилил, все как бы сделал. Поэтому да, я соглашусь с тем, что это 95% это будет полочник. Это будет нож просто лежать у кого-то в сервантике, в шкафчике. И просто как бы любоваться им периодически. То есть это для коллекции вот такой красивый нож. Все, подгонка, все замечательно. Есть небольшое но. Когда мы вкладываем нож в ножны, за счет того, что вот эта часть у нас она прямая, а не радиусная, она у нас, грубо говоря, упирается под прямым углом. И нужно, ну, немножко как бы по центре нож вставлять, для того, чтобы он туда спокойно входил. То есть он входит как бы хорошо. Но если бы здесь был радиусный больстер, заполированный, это фактурованный и прямой. То есть у него есть, грубо говоря, сопротивление при вхождении непосредственно в сами ножны. Вот такой набор. Все, друзья. Надеюсь, вам понравилось. Видео, скорее всего, будет длинным. Я его еще не монтировал. Я только как бы заканчиваю съемку. Вот. Так что кто-то перематывает, кто-то смотрит, вникает в нюансы. На самом деле постарался и по всечке немножко как бы более развернуто показать все вот эти сложности, моменты, особенно всечка разных вот этих мелких элементов, которая достаточно трудоемкая, ее в руках-то удержать трудно, я там показывал, не то, что уже что-то остальное. Все это делается, естественно, под очками часовщика, чтобы это все можно было нормально рассмотреть и увидеть. Потому что просто зрение не позволяет. Вот. Так что давайте, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь, кто не подписался еще на меня. Вот. Обязательно комментируйте. Все, всем счастливо, всем пока.